Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах требует, чтобы в стране срочно ввели обязательную вакцинацию и максимально ограничили контакты. Все предложения будут рассмотрены сегодня. Лаутербах хочет сократить и обязательный карантин для инфицированных штаммом омикрон, так как исследования показали, что время распространения нового вируса в организме намного короче. Продолжение темы. В Министерстве здравоохранения ФРГ рассказали, что заболевание штаммом омикрон у вакцинированных граждан протекает достаточно мягко. Также специалисты заявили, что омикрон в стране будет преобладать буквально через считанные дни. Сейчас доля омикрона в ФРГ 25%. По информации вирусологов, на сегодня более 40% жителей Германии привились повторно после полной вакцинации от COVID. Бустерную дозу сейчас вводят взрослым людям. Постоянная комиссия по вакцинации рекомендует делать дополнительные прививки после 3 месяцев после полной иммунизации. К другим новостям. В Германии предлагают молодым людям по 20 тысяч евро. Потратить стартовый капитал молодым людям можно будет только на получение образования, приобретение жилья или открытие собственного бизнеса. Специалисты подсчитали, что на такие подарки для молодых людей государству понадобится примерно 15 миллиардов евро в год. Эту сумму предлагают взять из налога на богатство.